Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня с вами в студии я, Анна Левлюх. И у меня в гостях замечательный человек, как он сам себя охарактеризовал, человек-праздник, мастер улыбок, радости и веселья Олег Грицук. Здравствуйте, Олег! Доброе утро! Подскажите, пожалуйста, нашим телезрителям сразу, почему мастер улыбок? Почему вы человек-праздник? Я считаю, что, конечно, наша жизнь должна состоять большую часть из радостных, хороших, красивых моментов, из праздников, соответственно, чтобы, как говорится, каждое утро вставая, человек улыбался, и целый день у него прошел просто замечательно. Ну, вот так связал себя именно с праздниками, то есть в этом плане. Вы организатор праздников. Организатор праздников, да. И, соответственно, конечно, у меня есть еще профессия. Я режиссер-постановщик, я организатор мероприятий. То есть когда-то проходил обучение в Гродненском училище искусств. Ну, а сейчас мое хобби, может быть, моя уже любимая, даже сказал, не работа, это просто жизнь. Это вот делать людям праздники. А праздники бывают разные. Конечно, я вас прекрасно понимаю, но помимо этого я знаю, что вы еще замечательный семьянин, у вас есть жена, двое детей, и в связи с этим у меня возникает вопрос, как вам удается провести эту тонкую линию между работой с плавающим графиком и между семьей, которой тоже надо уделять очень много внимания? Ну, говорят, да, тяжела жизнь артиста, потому что каждый раз ты не знаешь, ну, наперед ты знаешь уже, где ты будешь проводить праздник, или в Бресте, или там за пределами города Бреста, да. Уезжая, конечно, все волнуются, переживают. Я как семейный человек скажу, как отец двух деток замечательных, да, то есть, соответственно, ты уезжаешь, тоже волнуешься, переживаешь, как будут обстоять дела дома. Но честно признаюсь, что уже вроде бы вошло все в привычку, когда тебя нет два дня, когда ты отсутствуешь три дня, да, потом приезжаешь, тебя встречают, просто обнимают, целуют и ставят вкусный торт на стол. Кстати, о торте. Я знаю, что вы замечательный кулинар, и мне интересно, когда ваше хобби, организация праздников, переходит в вашу работу, можно ли назвать кулинарию вашим новым хобби? Ну, честно признаюсь, я не такой же кулинар, как вы меня описали. Хотел бы сказать, что мне кажется, что мужчина, ну, не в обиду нашим прекрасным женщинам, является лучшим поваром. Почему именно в таких дорогих ресторанах у нас все мужчины-повара? Вот. Ну, я люблю свободное время посещать себя на кухне, вот, делать какие-то вкусные блюда, потом садить всю семью за стол и, соответственно, уже угощать. Люблю экспериментировать. Люблю вот где-то нашел в интернете хороший рецепт и попробовал себя именно его сделать. Да, на самом деле, очень интересный человек. И знаете, мне в завершении хотелось бы задать вопрос. Сейчас многие пытаются найти себя на поприще организатора каких-то мероприятий, ведущего. И хотелось бы услышать совет от вас тем, кто только начинает, какими качествами надо обладать и что видеть в людях, чтобы найти себя в этой профессии. Ну, соответственно, это надо быть хорошим психологом для того, чтобы в первую очередь понять, что надо человеку от себя, что вот каким он видит мероприятие в будущем, то есть быть еще художником, чтобы в образе рисовать картинку этого будущего мероприятия и, соответственно, уверенно себя вести, быть веселым в первую очередь, быть в хорошем настроении, невзирая на то, что у тебя проходило или произошло утром, ты должен всегда выглядеть красиво, хорошо, с улыбкой, зайти в зал, сказать добрый день, здравствуйте и дать заряд положительных энергий всем, кто там сегодня отдыхает. Огромное спасибо вам, Олег, было очень приятно с вами общаться. С вами были в студии Анна Левлюх и Олег Грицук. Спасибо большое.